Наталья Боева, ведь она никогда не примеряла на себя роль распорядительницы балов. На самом деле было приятно то, что меня пригласили в качестве ведущей на этот бал, потому что мне очень понравилось. Это был мой первый опыт ведения мероприятия, а тем более такого торжественного, где все девушки были очень красиво одеты, мне очень это понравилось. Было очень много конкурсов, в которых девчонки проявили себя как со стороны, с интеллектуальной стороны. IQ-балл.